Пик простуд. В больничных коридорах выстраиваются огромные очереди. У большинства заболевших общие симптомы – озноб, вялость, насморк и повышение температуры. Отличие гриппа – болезнь начинается неожиданно и быстро прогрессирует. Опасность в осложнениях. Вакцинация предотвратит тяжелые формы гриппа, говорят медики. Болезнь идет более в легкой форме, и человек остается трудоспособным и может работать, и он почти не замечает, что он болеет гриппом. Но в основном это где-то 90%, что никаких проблем, никаких симптомов проявления гриппа не будет. Вакцинацию против гриппа в этом сезоне называют успешной. В конце 2017 года прививку уже сделало 3500 бендерчан. Это больше, чем в прошлом году. В центральную поликлинику Бендер дополнительно поступило 500 доз новой качественной вакцины «Гриппол Плюс» российского производства. Она содержит 3 штамма вируса, которые будут циркулировать в этом сезоне. Вакцина прошла все проверки и одобрена Всемирной организацией здравоохранения. Такая вакцина очень крайне дает побочные эффекты. Противопоказания есть в том случае, если человек болеет каким-то простудным заболеванием в данный момент или очень сильно ослаб. Наоборот, люди старческого возраста, люди, которые часто болеют хроническими заболеваниями, особенно верхних дыхательных путей, эта вакцина не то что необходима, это жизненно важно. Прививку можно сделать бесплатно, но консультация врача обязательна. Пока в Бендерах ни одного случая заболевания гриппом не зафиксировано. Количество простудных заболеваний также пошло на спад. Медики говорят, до начала эпидсезона есть еще время защитить себя. Еще не поздно вакцинироваться, потому что вирус гриппа, он идет у нас волнами. Первая волна – это конец января, начало февраля. А учитывая тот факт, что у нас сейчас чуть-чуть с климатом какие-то там проблемы, нестандартная сейчас погода на улице, эти волны могут передвигаться. И пик может быть в марте, в апреле. В центральной поликлинике Бендер можно привиться от гриппа без очереди и бесплатно. Конечно, нужно это делать или нет, каждый решает сам. Лариса Тарабина, Иван Зелинский, Бендерское телевидение.